Роль отца для Артура новая. Полтора года назад он впервые стал папой. У него родился сын Вадим. Поскольку особой близости со своим отцом у Артура никогда не было, он решил, что собственным сыном будет заниматься с самого раннего детства. Конечно, большую часть времени мальчик проводит с папой, но для своего сына Артур находит время ежедневно. В семье есть цветы и отцовские обязанности. Вместе с сыном они прибираются в квартире, читают книжки, гуляют. По словам психологов, в первые 3 года жизни малыша общение с отцом может быть непродолжительным, но обязательно эмоциональным. То есть лучше в этом смысле с ребенком там, 15 минут поиграть вечером, да, чем с удовольствием поиграть с ним 15 минут вечером, чем целый день там, ходить по зоопарку с кислым выражением лица. Хохочет? Подбрасывать, вертеть, кувыркаться, катать на плечах – как правило, игры пап с детьми отличаются от того, как развлекают малышей мамы. Отцы более склонны к активным физическим забавам. Это стимулирует физическую активность малышей. И очень важно для ребенка вот это, именно эта активность и те эмоции, которые возникают в ходе этой активности. Потому что именно так мальчик понимает особенности своей силы. Да? Мальчик понимает, допустим, границы своего тела, да? Как можно, как нельзя общаться. Да? А девочка, она понимает, что она такая любимая, красивая, нужная. Да? Ехали медведи на велосипеде, а за ними кот задом наперед. Не Вадюшка, а Вадим, не книжечка, а книга. Артур ведет беседы с сыном на мужской манер. Как отмечают психологи, это формирует у ребенка правильное гендерное восприятие. Малыш понимает, что женщины ведут себя более мягко, эмоционально, а мужчины – прямо и более сдержанно. Он все равно разговаривает с ребенком как с более взрослым. И это, кстати, стимулирует развитие интеллекта у ребенка, потому что ребеночек как бы подтягивается до уровня папы, да, чтобы понимать, что там папа говорит такое. Кстати, слова отца воспринимаются ребенком сильнее и глубже, чем мамины. Если малыш капризничает или чересчур расшалился, именно папе следует серьезно поговорить с ребенком. Рамки и правила, установленные отцом, воспринимаются малышом серьезно.